Так, ну что, всем привет. Это у нас распаковка IKEA чек. Пришла посылочка с IKEA. Хочу просто вам рассказать, показать, что заказали. Ну и вообще рассказать про IKEA, про вообще про все, что они делают. Так, ребятки, такая посылка. Прислали мне эту посылочку как? Позвонили в домовончик. Да, DPNA доставка. Все, я думаю, сейчас они принесут прям ко мне, да, ну как. К дверям, ну, не судьба. 10 минут 15 нету, я уже заволновался, что такое. Спустился вниз, они просто открыли главный холл, ну, который находится внизу, на нулевом этаже, да, мы на втором. И просто взял, открыл дверь и просто впихнул прекрасную коробочку туда, ну, и поехал с Богом. Короче, это как-то так, это про доставку. Так, ну, вот такая у нас доставочка от DPD. Доставляли мне IKEA. Я открыл двери. Думал, что они до двери. Они просто открыли, закинули, как говорится, в подъезд. И все. На этом мы заканчиваем историю. А ты уже дальше там. Я жду 10 минут, думаю, что такое? В чем делишко? Думаю, что там заблудился маленький или что. Оказался маленький просто. Просто закинул в общий коридор и решил, что я это должен все тащить сам. Никаких росписей, подписей, ничего. Кто забрал, кому вручили, нету. Ну ничего страшного, мы туда несем, мы тут не маленькие, у нас какая-то силушка еще есть. Ну, весь смысл в подаче, да, вы поняли? То есть я вышел такой, открываю дверь, ничего нету, смотрю за углом. Стоит коробка, коробочек такой. Типа, вау, ну, камон. Камон. Это не только здесь, это по всей Европе так доставляют товары. Так, возьмем мы ножнички, давайте. И приступим открывать. А, вот видите. В принципе, тут запаковано все они серьезно. Так. Открываем. IKEA — это самый такой, знаете, дешевый вариант мебели и аксессуаров. Реально, мне нравится. Упаковано хорошо, много бумаги. Бумага. Так, это хорошее, знаете, на время. Мы уже купили мебели где-то, ну, в IKEA, да? Ну, на 1500 евро это точно. Многие писали мне, зачем? Вы же тут, ну, не навсегда, возможно, уедете и что? Ну, продадим, отдадим, понимаете? То есть тут или продать легко можно, или просто отдать, сделать доброе дело. Но обратно же, жить же надо как-то, обустраивать свой быт, как-то я не знаю. Так, ребятки, что у нас? Есть какая-то накладная или нет? Накладную я не вижу, ладно, ребятки. Первая — это подушка вот такая вот, за 22 евро подушка. Как, смотрите, видите, специально, у меня проблема, здесь ужасные подушки, просто ужасно, они такие тоненькие, и шея ужасно болит. Вот я заказал себе подушку за 22 евро, так, а ну-ка, на разных языках должно быть, что-то должно быть, так, ищем, Франция, Чехия, Словакия, опа, есть, так, вот наша редненька мова, так, захисный чехол, для подушок 65% полиэстера, 35% бавовны, полиэстера, вата, 100% полипропилен, подушка 100% полипропилен, короче, из каких-то, да, полупропилен, то есть какая-то как пена, то есть какие-то такие длинные, как полосочки, пена, из пены, короче, прикольно. Не знаю, давайте сразу откроем, глянем, что там. Какая-то пена, вот, смотрите, ой, хорошо, а ну-ка, ой, прекрасно, такая, знаете, средняя жесткость, и видите, она такая плотная, то есть я в Украине спал на перьевой подушке, я обожал перьевые подушки, и вот это что-то похожее, тут перьевые дорогие ввел, тут по 50 евро, думаю, попробую эту, так, вот, инструкшн, так, подушка Е, на месте. Дальше. Купил на пробу сидушку такую вот. Сидушка. Точную цену я не помню. Не знаю, что-то. Или 5, или 7 евро. Что-то такое.
сидушку. Если хорошие, то закажу на все остальные стульчики. Видите? Но мне понравилось, что здесь вот можно регулировать. Что не завязывать, знаете, завязочки, это неудобно. А вот, вот это вот, мне кажется, будет вполне удобно. Вот такая вот сидушка. Сидушка, что тут у нас? Информация есть на Ридни и Мови. Так. Смотрим. Так, есть. Есть, конечно же. Здобничная тканина, 100% бавовна. Наполнивач пинополиуретан. 30 кг, кубический метр. Если видно, не знаю, как там фокус. Вот такая вот сидушечка. Так, дальше вот такой заказал для бумажных полотенец на кухню. Плюс, видите, есть такие крепления, что можно к стене вот так вот. То есть вот это я, наверное, буду вот так вот делать к стене. Вот есть, видите, отверстие. Оно стоит 3 евро по скидке. Так, дальше. Тремпеля, 2 евро упаковочка. Обычные. Дальше вот такая штука у нас была в Украине. То есть это для пиццы форма запекать, плюс подача, да, порезать удобно. Она 6 евро. Made in Italy, нифига себе. То есть IKEA это удобно, это, знаете, вся Европа, это весь мир. Если нужно, да, недорогая мебель, которую там в офис, все покупают только IKEA. То есть если нужно просто где-то обжиться на время, да, там, то есть... IKEA это, ну, идеальный вариант, она практичная, удобная, и качество, вы понимаете, качество все-таки на уровне. Покупать какого-то ноунейма, лучше купить, конечно, IKEA. Вот такая вот, классно, теперь пиццы, духовочку раз, видите, специальные прорези, чтобы все там со всех сторон обжаривало, зажаривало. Так, вот такая вот поставочка, 3 евро, у нас уже одна такая есть, это вторая. Так, давайте подушку-то я кинул так. Это вторая, удобная, 3 евро, вот такая просто подставочка, телефончик, так, так, с двух сторон можно, вообще бомба, то есть. Кто хочет, пожалуйста. Потом такая вот у нас типа салатница, вот тоже там что-то 3 евро по скидке или 4, не буду точно врать. Не вижу никакого, знаете, типа прайса, да, как, ну, что ты заказывал. Вот, прикольная такая для салатиков там, ну, потому что у нас нету. Как бы мы приехали тоже без ничего, у всех было по одному рюкзаку, если что-то. Так, все покупаем, тут уже зарабатываем и покупаем за свои гроши. Так, подносик, наконец-то, под ноутбук. Вообще, как бы это поднос, да, больше там под еду, но мне нужно, ну, под ноутбук. Я на ноутбуке очень много работаю, чтобы лечь, раскрыться удобненько, и все, и кайфовать, работать, или что-то смотреть. Видите, тут еще специальное отверстие, вот. Можно или телефон всунуть, или можно планшет, если есть. У нас есть и планшет, и телефон. И плюс тут хватит у меня, как говорится, мой Mac небольшой, да, 13 дюймов. Влезет, плюс можно что-то еще положить. То есть, ну, прикольный. Прикольный, он стоит 10 евро, это я помню. 10 евро, так что это вообще, мне кажется, как по мне, это недорого. В Украине у меня тоже был такой поднос, но у меня был деревянный, это пластмасса. Пластмасса. Ну, IKEA, у IKEA такие все, знаете, ну, много... Да, таких материалов, переработанных очень много, то есть, они молодцы за экологию, они, ну, хорошие, мне нравится эта компания, их ценности меня радуют. Так, дальше. Что-то так вот запаковано. Так, ага, да, это я заказал рюмочки, они тоже были по скидке, по акции, набор рюмочек, я не знаю, сколько там, что-то тоже, 4 или 5 евро. Рюмочек дома нету, раз, да, они как бы слишком нам не нужны. Ну, как для, знаете, для уюта надо, знаете, праздники, кто-то зашел туда-сюда. Тут я не нашел, вот просто ходил, нету именно рюмочек. То есть рюмок нету. Теперь они у нас есть. Так, тут у нас, тут должны быть у нас, оп. Видишь, упаковано все классно, такая вот. Это, видите, упаковано стекло. Это пивной бокал. Бокальчик. У меня такой был тоже в Украине. Обычный, без всяких брендов, фирм. Фирменные бокалы есть. Мы там, да, как бы в Супервалу работаем. Там, если покупаешь ящик, то дают тебе в подарок бокал. Ирландцы не берут эти бокалы, и как бы можно брать. Дома у нас куча там таких фирменных. Я хотел именно просто, без фирмы, знаете, как бы, чтобы просто был чисто обычный бокал. Вот он теперь тоже есть. Вот и все, вот такой вот заказик. Общая стоимость всего вот этого вот барахла, да,
прекрасного нашего, 75 евро, это я помню. То есть это уже с доставкой, то есть все по акции, я взял, тык-тык-тык, подушка, кроме акции. Подушка здесь самое дорогое. Ну, я ради подушки как бы все это организовал. То есть весь заказ был оформлен для подушки. Все остальные уже, это был придаточный такой элемент. То есть все сверху, ладно, это по скидке, давай это, ну ладно, давай еще вот это. Как-то так. Подушечка, ой, класс. Ну все, я думаю, я буду спать как ребенок теперь. Прикольно. Вот не знаю, кто-то встречал такие подушки с такими какими-то типа полосочками, я не знаю. Вот там, видите, внутри. Как посмотреть, что внутри? Может, с другой стороны, давайте посмотрим и будем уже прощаться. Не, ладно. Ну что, все, до новых встреч, ребята. Заказывайте в Икее, не стесняйтесь, развивайтесь, доставка быстрая, все четко приходит. Там все есть, понимаете, от бумажных полотенец до кровати, от вилки, ложки до подноса и так далее. Заходите на IKEA, регистрируйтесь и живите, работайте, и все будет у вас хорошо. До новых встреч!